Алексей Николаевич, позволю себе вот здесь вот все равно, как бы сказать, высказать вот это мнение, потому что могу сказать одно, что если у пациента есть тенденция к разрастанию мягких тканей, формируется быстрее карман, и флора меняется у них быстрее. То есть у них отек Согласен с даже тобой. выражается сразу к формированию ложного кармана, то есть она отекла и меняется состав флоры. Например, у пациентов с тонким биотипом, вот вы слева видите мой экран, да, например, пациента с пародонтом, Да. у них биологическая ширина, даже вот если я открываю, вот пациент с имплантом, вот справа, у них биологическая ширина очень маленькая, очень узкая, и там формирование вот этого отека, и у них нет тенденции такой к разрастанию. И поэтому я вот, например, касаемо пародонтита, вот на сегодняшний день придерживаюсь вот все-таки мнения, что у пациента с пародонтозом нет такой злой флоры, потому что биологическая ширина маленькая, эксудативных гипертрофических реакциях они не предрасположены, и быстро все рубцуется. Вот вы слева можете видеть пациента, у которого оголенные витки резьбы, но при этом стойкая ремиссия. А справа резьба под десной. Покажу его, но зато посмотрите, какой эксудат, гипертрофия, и посмотрите характер рентгеновской флоры, то есть она очень резкая, быстрая, патогенная и уничтожает этот имплантат очень быстро, при том, что резьбы во рту нет. То есть все равно мы говорим о том, что у пациента есть некоторая особенность ответа, без сомнения, иммунного, совершенно верно, но при этом есть фон, есть бэкграунд у этих пациентов, начиная с маленькой биологической ширины, тенденцию, как они отвечают, и, соответственно, состав флоры. Вот, например, посмотрите, вот это исследование, оно говорит о том, что у пациентов с пародонтитом и с избытками толщины мягких тканей, у них также это переходит и на переимплантит. И вот, например, это совершенно два разных рентгена. Слева это переимплантит, инфекция, явно патогенная. Справа мы видим горизонтальную атрофию. Это то, что мы называем переимплантоз. То есть мы видим горизонтальную убыль. Посмотрите, тонкоячеистую, мелкоячеистую кость, дефицит сосудов. На уровне микроциркуляторного русла идет атрофический процесс, и пациент просто тихо видит, как идет горизонтальный вот этот процесс. У пациентов слева мы видим вертикальный тип сформирования дефектов лакун, и инфекционный компонент там выражен. Хотел бы все-таки вот на этом фоне остановиться. Про это, да. Горизонтальный и вертикальный тип дефектов. Рентген абсолютно пористая, крупная чистая кость и проникновение микробов. Другое дело пародонтозная, сухая склеротическая кость. Пожалуйста. Пациенты, которые имели пародонтит, очевидно, имели низкий уровень гигиенической культуры. Поэтому, когда им был, вроде бы, казалось, удален первичный источник инфекции, зубы, да, хотя не зубы являются источником инфекции, а вот этот комплекс аутоиммунной компонентов бактерий и коллагеновых белков костной ткани уже разрушены предельно за счет процессов лизиса и протолитических ферментов. Конечно же, получив конструкцию в полости рта, они думают, что это, ну, то есть чисто даже психологически, что эта проблема решена раз и навсегда. Ну и, в общем-то, с гигиеной у этих пациентов все остается так же, как и было. Это результат тоже наблюдений каких-то, а не просто самовольных выводов. Поэтому, конечно же, у них атрофические процессы, как гнойные пародонтиты, да, так и в смысле, переимплантиты, так и переимплантиты атрофического типа, которые вот мы пытаемся назвать переимплантозами, они, конечно же, будут чаще. Но на это будет влиять именно конституция. У пациентов гипертрофической конституции будет чаще идти переимплантит гнойно-воспалительного типа. Да. Гигиена их сложнее, карманы глубже, и тогда это, тут все вообще очевидно. А у пациентов, соответственно, астенической конституции эти процессы будут идти больше по атрофическому типу. Поэтому это самая большая ошибка ставить таким пациентам имплантаты в заведомо плохие условия. Мы говорили о том, что у пациентам с такой ячейкой мы фармакологическую поддержку даем, микроперфорации, различные виды манипуляций, усиливающие метаболизм внутри сухой этой костной ткани, и мы эту схему применяем успешно, благодаря вам. Следующий момент – это пациенты пневматический, нормостенический, склеротический тип. Как правило, все-таки мы встречаем пневматический тип у долихоцефалов, да, у них кости легкие, и, соответственно, как следствие мы имеем более выраженную пневматизацию пазух. Как определить пневматический тип пазухи? У нас дно пазухи ниже дна носа. Это корреляция еще с тонким биотипом и выраженной кортикальной стенкой, вот эта триада. Нормостеники
уровень дна пазухи на уровне дна носа, средняя выраженность кортикалка, средняя ячеисть, то есть такой достаточно адаптированный вариант. И у пациента со склеротическим тип пазухи я больше наблюдаю все-таки у гиперстеников и замечаю, что у них не так воздушно, иногда даже вот как в этом типе, вообще полная агенезия пазух может встречаться, микросинусы и так далее. Вот больше идет такая корреляция. Опять же, если развивать эту тему, то мы говорим, что крайние формы – это пациенты астенического телосложения, это толщина Шнайдера мембраны 0,13, и в сторону гиперстенического до 2,5. То есть корреляция 20-крат, вариантная норма, можно сказать, 20 раз. То есть я не знаю даже таких показателей в организме, 20-кратно отличающиеся по… Вы знаете, дело в том, что внутри пазуха отсутствует надкосница, и мембрана Шнейдера, по сути, является соединительной тканью, но обескличенной, да, так если так можно сказать, Вестилкой дыхательных ацеллулярной, путей, да. которая имеет, да, по сути, это альтернатива. И учитывая конституциональный подход, очевидно, что поскольку абсолютные значения этой структуры, они не такие большие, может быть очень сильная разница в сравнительном выражении, как вот, да, вы и наблюдаете. Вот про Поэтому надкосницу вы гиперграф... совершенно верно, Да. чуть не забыл этот момент, ведь надкосница тоже у нас вариативная, очень ли бывает практически Конечно. полностью отсутствие и Да. быстрая атрофия как следствие, то есть камбиальный слой достаточно слабый, соответственно атрофические процессы, например, потери зубов и наоборот широкого биотипа, камбиальный слой, надкосница толстая, которую удобно сшивать. И вот это исследование, которое говорит, что взаимосвязь толщины кортикальной пластинки от толщины Шнайдеровой мембраны как раз помещается в нашу концепцию. Итак, склеротический тип, выраженной кортикалки, тонкая надкосница, тонкая Шнайдерова мембрана и вот эта категория. Другая крайность – это широкий биотип, толстая надкосница, высокая ячеистость кости и кортикальная пластинка, она так выражена. Соответственно, вот это, в принципе, мы прослеживаем эту взаимосвязь. Следующий момент – это у нас одна из известнейших статей. Я думаю, что врачи должны ее знать. Это, наверное, в десятку одной из самых важнейших статей, которые мы в стоматологии проходим. Это зависимость, значит, потери вестибулярной стенки после потери с тонким биотипом больше подвержены как раз вот формированию дегенерационных вот таких дефектов, рецессий и атрофическим явлениям после удаления зубов. Пациенты с широким биотипом, соответственно, достаточно хорошая лицевая стенка и практически рецессии мы здесь вот таких вот не встречаем. Поэтому мы говорим о том, что в зависимости от биотипа мы можем наблюдать разный метаболический потенциал лицевой стенки, разный метаболический потенциал. То есть одна из стенок себя сохраняет, там даже губчатое вещество мы находим, другая в лицевых стенках, видите, метаболический потенциал слабый, сосудистая сеть крайне плохо развита, и при потере периодонта мы видим коллапс, формирование вот таких вот дегесценций в том числе. То есть достаточно слабая метаболическая активность оставшихся стенок. Пожалуйста. Кажется, что здесь по поводу первой надкосницы мембраны Шнейдера. Значит, мембрана Шнейдера, то есть была определенная толщина изначального листка, из которого формировалась эта структура. Была определенная толщина сосудов, которые остались в ней залегать, поскольку в мембране Шнейдера есть сосуды, хотя они не способны к регенераторному процессу, например, при операции синус-лифтинга, и вся нагрузка по факту происходит на слизисто-надкосничный лоскут. Но именно за счет вот этого мультипликатора, увеличения размеров структур сравнительного, мы получаем такую большую величину. Что касаемо пациентов, ну вообще людей после удаления зуба и взаимосвязью с убылью объема тканей, очевидно, что у пациентов в астенической конституции, у кого быстрее обмен веществ, он быстрее включается в реактивность. И поэтому у них очевидно, что должно быть, исходя из того, что объем структур и их качество и способность к регенерации, ну, скажем так, ниже при высокой реактивности. Поэтому у них атрофические процессы, конечно, должны быть более выражены. Поэтому у них формируются действительно потери костной ткани достаточно выражены, которые приходят закрывать туда пластиками. А у пациентов гиперстенической конституции очевидно, что более низкая реактивность, но большой объем окружающих тканей. Поэтому тогда, когда он запускается в работу,
На общем фоне эта сравнительная убыль, она не так заметна. Поэтому, да, вот эти, мы все время, нам хочется вводить вот эти диапазоны значения, а не работать с абсолютными показателями. Вот, да, работая на сегодня с методом дупплерографии при оценке десны, мы вот пока не можем вывести вот эту взаимосвязь касаемо конституциональной, но мы видим, что нет смысла работать с исходными значениями. У каждого пациента они свои. И по факту мы оцениваем разницу между тем, что было у пациента, и тем, что мы получили после операции, после постановки формирователя десны, после постановки имплантата, после применения геля, там и так далее и тому подобное.